Дорогие гости, уважаемые родители и дорогие, наши слова, наши дорогие друзья. Сегодня необычный день. Сегодня праздник со слезами на глазах у всех. Мамы плачут, педагоги плачут, выпускники плачут, но это радостные слезы. Потому что они всегда плакали, и мы, все мы плакали, когда вот последний звонок прощались со школой, но мы прощались просто вот по факту, а с ними никогда мы не прощаемся, потому что всегда мы всю жизнь вспоминаем тех учителей, коллектив. Мы всегда по жизни думаем, вот мы учились, учились, учились. И я вам желаю, чтобы вы никогда не забывали тех, кто вам дал знания, тех, которые поставили вас на первую ступень и дали право идти по жизни самим, достойно и мужественно.